Паша. Алтон Дриоса. Береге бұттыңыз. Рахмет. Таймер обратного отсчета до всемирных игр кочевников. Хорошо, что власти проводят мероприятия в нескольких локациях, потому что очень много людей, вот, например, на Экспо есть также места. Это вот на площади возле старого Акимата, возле Байтерека и вот тут в районе Меги. Ощущение, что в этом году акцент поставили на пищу духовную. Праздничная ярмарка, проходящая в экспоцентре, может кого-то разочаровать. Почему? Потому что участников, которые торгуют едой, не так много. И позиций, в принципе, таких хороших тоже нельзя сказать много. Но больше всего, знаете, что смущает? Пробовал, ага. Но больше всего смущает это шум. Дело в том, что в этот раз они решили вот так сделать, смотрите. Превратить экспоцентр вот в такую классную концертную площадку. Это с одной стороны хорошо, да, вот как бы я говорил уже ранее, что акцент на духовные аспекты. Но, блин, продавцам и покупателям приходится кричать, чтобы услышать друг друга. Вот. А самое главное, что вот продовольственных точек немного. Это вот буквально вот эти 4 ряда и все. Таких коротеньких. Остальное это вот продукция ремесленников. Ну, сейчас я вам покажу. Вот здесь новинка какая-то, чикадели. Я, правда, не пробовал. Я взял более знакомый бренд. Это вот я взял этот Жаксы продукции. Сейчас я вам покажу. Это пижан. Но пижан, в принципе, по цене, как и в фирменных точках, поэтому брать не стал. Тем более пижан в фирменных точках очень много. Вот Осипов. Осипов тоже не стал брать. Здесь вот еще продукция Думков. Думков, но это вот разные копчености. Ну вот смотрите, вот шужик 10 тысяч стоит. Маленький этот совсем упаковка. Вот мясная лавка. Ну, мясная лавка у нас есть в Смоле. Фарш 3000 тенге. Говядина 2800. Я бы не сказал, что это арзан. Вот. А вот то, что я говорил, Жаксы. Я вот у них взял. Вот у них сыр такой вкусный. Он напоминает курт. 5000 тенге за килограмм. Вот. И вот у них тут тушенка. Потом колбасы, сосиски вот разные. Вот. Ой-ой-ой. Жаксы, потому что их что-то нет. А вот еще подвозят сосиски. А вот еще бурата. Это новый, говорят, производитель с северного Казахстана. Здесь вот разные сыры. Масло топленое. Вот. Ну, и вот продукция Айша, в принципе, я уже пробовал. Не скажу, что в восторге. Вот типовская продукция, в принципе, тоже нашелся. Ну, самый большой ажиотаж, это вот, как всегда, Багратион. Вот, посмотрите. Это вот очередь стоит, все, вот, Багратион. Я стоял, наверное, часа два. Но это, наверное, того стоило. Вот, люди стоят, Багратион. Продукцию Гормолзавод, в принципе, по такой же цене можно купить в фирменной точке. Поэтому, мне кажется, смысла особого нет здесь покупать. Ну вот, масло, например, стоит 4,370, вот такая пачка. И я вот говорил вам, что здесь эта музыка гремит, то есть нереально. А вот Эмиль. Эмиль продукция хорошая тоже, но дорогая, конечно. Моя ферма тоже котируется. Здесь вот что еще? Мука, МНЖ Казахстан, масло. Вот, в принципе, все, вот овощи. Вот здесь я взял сегодня мед с Маилов. 2500 тенге разнотравье. А овощи сколько стоят? Ценников. А вот помидоры черри 2300, например. А вот огурцы 1150. Помидоры 1150, то есть арбузы 4500 штука. Вот.
это вот шоколадные конфеты, точнее конфеты в шоколаде с разным наполнителем. Вот, собственно говоря, и все. А теперь вот здесь этот, а остальное, это уже вот пища духовная. Здесь вот, кстати, удобно сделали, здесь поставили сидячие места, и поэтому можно как раз вот, видите, сидячие места, можно посидеть, послушать. Но здесь, конечно, шумно, это, конечно, очень сильно шумно. Продукция ремесленников. Здесь вот, я говорю, уже акцент на то, чтобы вот именно духовно развивать. И вот видите, всякая продукция. Вот. Ага, интересно. Статуэтки такие. Ладно. Ну, вот украшения. В национальном стиле. А вот тут тарелки. Вот Узбекистан свою продукцию представляет. И вот тут мы тоже видим, тоже вот, вот Таджикистан, их продукция Таджикистан, Турция, турки. Вот такие интересные кувшины. Ух ты, этот мастер получил, получается, благодарность от самого президента Эрдогана. Вот, вот такие кувшины тут есть. Так, Иран. Иран, ну, тоже какие-то лампы Аладдина, что ли, потерял, и Аладдин появится и исполнит ваше желание. Это шутки. Кыргызстан, Азербайджан, вот смотрите, как красиво. Азербайджан, прям девушка, Кач и Казахстан.